друзья, находимся на острове Гозен. Это у нас такой вокзал, паром, порт точнее. Вот, интересно, что вот здесь вот кафешечка при этом порту. Самые низкие цены, которые я вообще когда-либо видел на вокзалах, в аэропортах, в таких местах обычно всегда бывает дорого. Здесь же, допустим, кофе стоит всего лишь 60 центов. Меньше, чем евро. Торт 1 евро, да? То есть это вообще удивительно, конечно. Да. Так, еще сейчас вам покажу. Ага, все. Это вот билет на паром. Билет 4,65 стоит с острова Мальта до острова Гоза, то есть сюда, и также обратно. То есть один билет туда-сюда идет. Когда приезжаешь сюда, с острова Мальта на остров Гоза, билет покупать не нужно. Нужно покупать только сейчас, когда едешь обратно. Вот. И такая интересная вещь, что на Мальте рекламу ставят где только могут. Видите, переворачиваешь билет, и с одной, с обратной стороны идет реклама. Также на другом билете. Ну, подай-ка свой. Вот, также и здесь. Такие вещи не только на билетах для паромов, но и для... Да, другая. Даже на обычных автобусных билетах. Вот такие вот фишки. Если я в каком-то супермаркете Пави оттоваюсь на 50 евро, то с этим билетиком у меня 2 евро скидки. А, то есть такая акция еще, да, к нему прилагается? У тебя, может быть, тоже? Нет, просто Зара, да. Вот, ну Зару мы все равно покупать не будем. Смотрите Анзор ТВ. Похоже на связь, двигаемся в Голливуд, солнечная Калифорния.